Второе воскресенье августа отмечается профессиональный праздник строителей. Аким города Нурбол Нурсагатов, отметив труд строителей, внесших значительный вклад в развитие и благоустройство нашего города, поздравил их с праздником. Второе воскресенье августа – профессиональный праздник строителей. В связи с этим аким города Нурбол Нурсагатов и председатель маслихата города Семей Данияр Шакаримов поздравили строителей, внесших вклад в развитие инфраструктуры города. 2 воскресенья августа у нас отмечается День строителя. С помощью соответствующей комиссии мы выбрали наиболее плодотворные в нашем городе строительные компании. И в честь этого праздника мы провели торжественное вручение грамот и нагрудных знаков. В последние годы строительство в Семее набирает обороты. Возводятся многоэтажные дома, улучшающие архитектуру города. Большой вклад в это дело внесли строители. Специалисты своего дела, трудящиеся в сфере строительства, награждены нагрудными знаками за заслуги перед городом. Я работаю в компании «Айон Групп» уже 2 год. С момента, как мы приехали в Семей, уже прошел год. В прошлом году мы приезжали в октябре, выиграли 4 тендера. На данный момент заканчиваем строительство. Большое спасибо моему начальнику и главе города, которые ценят нашу работу. Наша цель – сдать 2 школы в сентябре этого года. В настоящее время в городе строится 48 многоэтажных жилых домов, 20 из которых строятся по государственной программе. Также ведется строительство 120 одноэтажных домов. До конца года планируется сдать 17 жилых домов, строящихся на средства, выделенные из государственного бюджета. Малика Мухтарова, Арайла Малиханова, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».